Церкви Господней нашей Высокопреосвященнейшем, митрополит Иларионе, честнейший пресвитер всего пресвитериата, все прещедуя Господу, помолимся. Господи, Господи,
сердце извести похвалить Его все люди. Душевный доблесть и твердо себе вооруживше, и ярость яко преобидевше, противно борцу крепко прилежаху, благочестия ради закона отеческого хранения, священничий Илиазар и премудрый юноши с матерью богомудрою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святые Маккавеи, мучителю глаголову, нам, о Антиоше, един Царь Бог от Него же выход, и к Нему обращаемся, мир ждет и в нас, видимого высочайший и твердейший, отечество же нам Иерусалим крепкий и не гибнущий. Торжество же, еже сам мил житие, Господи, молитвами их помилуй, спаси нас, и ныне, пресный во веки веков, аминь. Его же древний Моисей, прообразив собою, Амалика не изложив, победи, и Давид песнопевец, подножию твоему вопия, кланитесь, повелеваше ваше, честному Христу Твоему, Христе Божий, днесь грешное, кланяемся, устами недостойными Тя, изволившего привозитесь на Нем воспевающим, молимся, Господи, с разбойником царствия Твоего, сподоби нас. Святите, Дети Святые, славы бессмертного Отца Небесного, Святого Блаженного Иисусе Христе, пришедшего на запад солнца, видевши свет вечерний, по ему Отца, Сына и Святого Духа Бога, достойный все во вся времена пред быть и глаз и преподобными, Сыне Божий, живот дая, и тем же мир да славит. Он мем, мир всем, и мудрость вон мем, прогимен, все ныне благословите Господа, Господь услышит немного, Он никогда возвать ими к Нему. Верному нашему воинству, с поборству и оружием Христа не вложи враги наши,
Покажи благоутробне на нас древние милости Твоя, и да разумеет воистину, яко Ты си Бог, и на тя надеющийся побеждая, молящийся обычно пречистой Твоей Матери, даровайтеся нам велие милости. Слава Тебе, показавшему нам свет. Господи, 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 Господ
Похожи и елены, но они гораздо несовершеннее, чем те,
а потому и более жалки, так как допускают свойственное детям не в незрелом, а в совершенном возрасте. Отсюда они недостойны и прощения, говорит о тех, которые смеются над крестом. Но мы будем кричать и говорить громким голосом, ясно и открыто, если бы здесь были налицо все еллины, мы скажем с тем большей свободой, что крест – наша радость. И главное из всех благ, что он – наша свобода и совершенный венец. Я хотел бы получить возможность сказать вместе с Павлом: «Для меня мир распят, и я для мира». Галатам 6 глава. Но я не могу так, как отягчен разнообразными страстями. Поэтому я умоляю вас, прежде же вас, себя, пригвоздиться миру и не иметь ничего общего с землей, но взирать на горнее отечество, на нездешнюю славу, а на вечное благо. Мы воины Царя Небесного и облечены в духовное оружие. Зачем же мы ведем жизнь лавочников и бродяг, даже более жизнь червей? Царь земной не позволил бы быть всем в царском дворце и даже около него. Царь же небесный хочет, чтобы все были вблизи царского трона. Но как же, скажут, можно, будучи здесь, стоять возле того трона? Но ведь Павел, будучи на земле, был же там, где серафимы, где херувимы, и ко Христу был ближе, чем те телохранители к царю. Они часто обращают свои взоры повсюду. Этот же ни о чем не думал, ничто его не привлекало, но все его мысли были напряжены по направлению к царю и Господу. Крест – уничтожение вражды, он – охрана мира, он стал для нас сокровищем бесчисленных благ. Благодаря Христу мы уже не блуждаем в пустыне, потому что познали истинный путь, уже не обитаем вне царства, потому что наш ли дверь, не боимся огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря Христу мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха, не боимся волка, потому что имеем доброго пастыря. Я, если говорит, пастырь добрый. Евангелие от Иоанна 10 глава. Благодаря Христу мы не трепещем пред тираном, потому что находимся около царя. Вот почему мы и празднуем, совершая память Христа. Так повелел праздновать ради Христа и Павел. Посему станем праздновать, говорит, не старую закваской, но со пресноками чистоты и истины. 1 Коринфянам 5 глава. Затем, указывая причину, присовокупил, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Видишь, каким образом повелевает он праздновать ради Христа. На кресте Христос заклан за нас, а где жертва, там уничтожение грехов, там примирение с Господом, там праздник и радость. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Где, скажи мне, заклан за нас? На высоте помоста. Необычен жертвенник этой жертвы, потому что и жертва необычная и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой, и священником. Жертва был плотью, а священником – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью. Послушай, как изъяснил то и другое Павел. Ибо всякий первосвященник, говорит он, не человеком избираемый, или человеком поставляется, для человеков поставляется на служение Богу. А потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Ко Евреям 5 глава 8. Вот сам он приносит себя, а в другом месте говорит, что так и Христос однажды пришел, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, для ожидающих его во спасение. Послание к Евреям 9 глава. Здесь он принесен, а там принес себя. Аминь. Thank you.
Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о многострадальной стране наших российских правителей и православных, где его очищенство России, несущих на спасение. Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении.